Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в проекте Joomla Sensei 63 урок. В этом уроке я хочу вам рассказать о полезном навыке, что делать, если мы потеряли пароль от админки, от администраторского аккаунта и никак не можем вспомнить пароль и не можем войти. Что можно сделать? Для этого авторизуемся на хостинге. Так, я не знаю, какой используете хостинг вы. Для этого сайта я использую хостинг Hostinger. Захожу в аккаунт. Нам нужно попасть в PHP MyAdmin. Находим такую кнопку и кликаем по ней. Войти в PHP MyAdmin. Нашу таблицу прокручиваем в самый низ. И в самом низу нам нужно найти префикс таблицы. У вас тут будет свой. Но дальше должно быть написано Users. То есть все зарегистрированные пользователи будут находиться в этой таблице. Кликайте по заголовку вот этому Users. Мы попадаем внутрь. У меня зарегистрировано два пользователя. Это админ и тестовый пользователь. Если у вас будет много зарегистрированных пользователей, здесь будет большой список. Вам нужно найти себя. Вот здесь вот написано username админ. Если вы заполняли имя, фамилия, то будет здесь имя, фамилия. И ваш email здесь. И здесь вот еще видно паспорт, то есть пароль. Он здесь у нас зашифрован. Напротив вашей таблицы нажимаем на кнопку «Изменить». И находим в строчку такую «Паспорт». Здесь будет ваш пароль, текущий, который вы забыли. Его не видно, потому что он зашифрованный. Вы всю эту конструкцию выделяете и удаляете. И просто вписываете сюда новый пароль. Например, такой. И нам нужно его также зашифровать в MD5. Вот здесь вот кликайте напротив по галочке и выбираете вот здесь вот в списке MD5. Вот так вот выбираете. И в самом низу вот здесь нажимаем на кнопку ОК. Все, пароль мы сменили. Переходим в админку сайта, обновляем страницу. У нас пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Войти. И мы беспрепятственно попадаем в админку сайта. Теперь вы можете перейти в пользователи, менеджер пользователей, чтобы поменять ваш пароль на более сложный. Это вы уже должны знать. Переходим внутрь своего аккаунта и уже вот здесь меняете пароль. Потом повторяете вот здесь на более сложный и сохранить. Вот такой полезный небольшой урок. На этом он закончен. Увидимся с вами в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с Joomla, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном. Тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона, так чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе и выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто впишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.